Ваша, да, машина? А цена какая на нее? 9500. 9500? Дороговато. Крашеная, не крашеная? Немножко скинем. Аукционник есть на нее? Есть. Оценка машина какая? Машина не крашена. Оценка какая по аукционнику? Хорошо, все хорошо. Ну, 9500 дорогая цена для нее. 15 нормально стоит. Вот 4,5 б. Высокая оценка, 4 б. Можно я? Так, вот оценка, вот пробег. Растаможена она у вас в 19-м? А в каком месяце? Ну, 19-й, конец, начало, там, середина. Давно она уже здесь? Она, по-моему, в декабре она. А, в декабре, да? Ну, проходная. Так. Даже, ну, в начале декабря. Ну, конечная цена. Просто у меня вот друг жене собирается завтра покупать, ехать. Брат, пусть приедет. Цена какая, вы скажите? 9500 – это высокая цена. Вот это уже продано. Я понял. Вы скажите цену просто, чтобы я ему объявил, и он сюда ехал и уже смотрел салон. Брат, чтобы вообще больше не разговаривать, короче, 9, Андрюх, короче, цена, салон, вот такая потертость есть. Ну, здесь тоже. Чейнджер. Короче, все есть. Да, понял. Понял. С памятью сидения. Ну, вот так.